Музыка вообще по цене, сколько ты говоришь вышла? Вышла в районе 145 тысяч. 99-ка, ну короче, можете вот так вот поставить торпеду. Джойстики можно управлять. Да, ну да. Да. Надо же этот показать, пану, в темноте. Приборково. Йо, пацаны, перед началом ролика хотел бы вам посоветовать магазин, который только что открылся, CarMax, в котором вы можете подобрать любой абсолютно тюнинг, любые автозапчасти по хорошей цене. За счет того, что магазин только открылся, цены очень сильно занижены. Плюс ко всему, если вы будете как бы уже делать заказ по промокоду PANDA, к этой сумме минус 7%. Лично от меня, пацаны. Поэтому CarMax делает вещи, самые низкие цены только там. Все ссылки будут в описании, пацаны. А мы начинаем сам ролик. Так, пацаны, всех приветствую на своем канале. С вами, как всегда, Сергей Резниченко. И, собственно, вы можете увидеть, что это у нас здесь. Многие просили, да, там, что нового стоит по этой 99-ке. Сегодня тоже подъехал. Да, джигу надо доделывать. Короче, расскажу вам сегодня, что по ней стоит. Вы можете увидеть камрики. Здесь что-то дисков было очень много. О, ну что-то остановились мы на камриках. Короче, многое что сделано по подвеске. Далее расскажу, как придет Рустам. Вот, можем сразу же увидеть шикарные обшивки. Мурик делал, кто знает черкеска, кто знает, тот понимает, моя любимая фразочка. Вот, Diamond 8. 4 пары стоят. Собственно, можете заценить обшивки. На мой взгляд, очень хорошо сделано. Очень нехило, так скажем. Что мне и следовало бы сделать. Ну, у меня там подиумы, свои темы были. Там все братские цены. Вот. И вот так все выглядит в салоне. Плюс далее у нас что у нас здесь? Опачки. У нас здесь расположились все усилители. Все красиво. Все четко. Видите, два саба у нас ганнибалы по киловатту номинал. Вот, играют очень-очень хорошо. Машина у нас обешумлена. Мы включу, послушаем, как это все играет. Так закреплен короб. Вот. Но играет очень сильно. Крыша ходит. Да не, да тебя видно не будет. Ты расскажи, что этот на фронт, сколько у него мощность. И что это, Прайд? Прайд, что это? Ну, это Прайд Концерт 3. Широкополосный моноблок. И сколько у него мощность идет на Даймонды? На Даймонды 3 киловатта идет. На все? Да, на все. Нифига себе. Ну, оно играет очень сильно, я тебе могу сказать. Музыка вообще по цене, сколько ты говоришь, вышла? Если по цене все считать, все как бралось с магазина, Пара Аудио 26, вышло в районе 145 тысяч. Два ганнибала по киловатту. Да, плюс у тебя еще и короб под него рассчитан на 250-й трубе. Да. Вот у тебя там много чего. У тебя генератор стоковый? Бошевский. 110 ампер. Ну, короче, оно честно вытягивает так в целом. Ну, в смысле, в целом как? Катает. Да, если сильно не включать, прям до талого. Так, Мафан у тебя здесь? 54-50, вот так вот. Бас, это регулятор баса. Это заводской с магнумом моноблок. Блин, что-то у тебя офигеть руль, он вообще низко. Это чтоб девочка не лезла. Вот так, да, ты все? Это еще не доделали. Обыграли так. Да. А как ты хочешь доделать? Это Мурик, то обшивки делал, переделаешь. Нифига себе.
А под капотом что там, ничего? Все сток, да? Давай откроем. Тоже напомним, что там стоит. Да, там. Где? Ты ее еще и обновил, покрасил. Ну, как получилось Рустама застать. Не, ну в принципе все. КГ-50. Проводка. Ну, блин, все по красоте. Не, ну Мурик вообще очень сильно сделал обшивки. Мне прям очень понравилось. Так, видишь, он, как сказать, все по-моему сделано. То есть под каждый, получается, там же объем. Конечно. Чтобы оно и не играло. А у меня как? У меня вот так вот нажимаешь. И там, короче, просто ткань обтянутая. Да, да. Для гоночек. По гоночкам? Давай этот, включим что-нибудь, кока-колу так, для разогрева чисто послушать. Рамис, вы еще расскажете. А, кстати, надо же этот показать, панно. В темноте. Приборково. Все, все, всем все стало... Ясно. Да, ну а сколько они у тебя порезаны, даймонды? Я хер его знаю, нубик резать. Они вообще жестко просто добят в уши. Ну, короче, вот так играют, я могу сказать. Хорошо играет, по-моему. 145 тысяч. Мощно, очень. Короче, пацаны, многие просили, да? 99-я, что по ней сделано. Пнева продана. Много было разных дисков. Можете зайти к Русаму, посмотреть все фотографии. То есть многие проекты, которые приора была, это все вот Рустама Алиева. Приорка. Поэтому, кому интересно, переходите по ссылке в описании к Рустаму. Подписывайтесь на мой обязательно канал, потому что по этой машине тоже вам буду показывать, что сделано. Отдельное видео, думаю, расскажу вам про приборный щиток и плюс про фары. Передние, которые скоро сейчас поставятся. Сейчас ждут стекла. Вот, так закрываешь. Блин, это жестко, пацаны, на самом-то деле. Вот что мы снимали приору на прайдах. Вот такие мне смахивают обшивки. Нет, сделано все грамотно, играет очень достойно. Мне бы так, если честно, надо было делать изначально. Но это совсем другая история. Кстати, про мой фронт тоже будет отдельная серия. Вот, так что, короче, вот так, пацаны. Если вам понравилось... 99-очка, ставь лайк. Обязательно. И репост можешь еще сделать. Вообще будет бодро. Короче, лабаш ходит. Мощно играет. Увидимся уже в следующих видео, пацаны. Обязательно пишите в комментариях, как вам 99-ка. Ну, короче, можете вот так вот поставить торпеду еще. Плюс и музыку. И будет вам, короче, максимальное счастье. Ну, когда она заведенная, ну 13.2 видели, короче. Ну, если сильно наваливаешь, 12.5 это падает. Но это, я считаю, для заводского как бы генератора вообще достойно. С такой музыкой это вообще как бы жесть.
Вот, поэтому все, пацаны. Увидимся в следующих видео. Всем пока-пока. Thank you.